Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, народная артистка СССР Людмила Зыкина. Дорогие друзья, с Новым годом вас, милые мои ребята. Как мне хочется вам пожелать любви, здоровья, вдохновения. И самое главное, наверное, сегодня, да и всегда, хорошего настроения. Вот мне сейчас ребята из ансамбля «Квартал» подарили песню «Оренбургский платок». А я хочу вам, я тоже хочу подарить песню. И вы сейчас удивитесь, потому что это песня Олега Газманова. А называется она «Исаул». Помнишь, как в степи гуляли, эй, 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 выбирал ты сам себе коней, эй, эй, твой последний конь, дьявол и огонь, за тобой всегда готов был бой. Помнишь, как тебя любил он, эй, 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 гордо под тобой ходил он, эй, 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 как в руках твоих хлеб и соль он ел. Был, пою, так безнадежно смел. Исаул, Исаул, что ж ты бросил коня, призрительно поднялась рука. Исаул, Исаул, ты оставил страну, и твой конь под седлом чужака. Исаул, Исаул, ты построил страну, и твой конь под седлом чужака. Исаул, Исаул, что ж ты бросил коня, пристрелить и поднялась рука. Исаул, хотела бы эту песню иметь у себя в репертуаре. Так что с тебя ноты, слова и желательно аранжировку для оркестра. Спасибо. Я нот не знаю вообще, но слова, музыка, ну, все. Ну, ноты мы напишем. Большая честь. С праздником вас!